исчерпан. Доктор Фриман, Барни сказал, вы в пути. Нас рассеяли снайперы. Он в ангаре прижат к земле огнем. Идите, он рассчитывает на вас. Ведите нас! Доктор Фриман, я пойду с вами. Парни старые, друзья, не так ли? Снайперы постерегли его на крыше ангара. Он отправился набрать гранату. Я уже не знаю, что у него это будет. Вперед, доктор Фриман! Помогите! Думаю, будет безопаснее. Мы и не подозревали, сколько их тут. Остальные ушли вверх по лестнице. Если мы так дальше с снайперами, думаю, они еще там. Зомби!
Сюда! Сюда! Джордан, я не могу двигаться. Чёртова снайпера не дают мне поднять голову. Брось парочку гранат! Подобьём их! Обнаружена кровопотеря. Обнаружена кровопотеря. Обнаружена кровопотеря. Гордон, сними этих снайперов! Эй, не забудь про гранаты! Как насчет гранат, Гордон? Хорошо, спасибо, Гордон. А теперь валим отсюда. Давай же! Не тормози! Давай к воротам. Членство в отряде ГО все еще дает мне кое-что.
преследует. Разгасовался, Гордон! Находится старое здание, то ли банка, то ли музея. Так или иначе, теперь это Nexus надзора Сити 17. На крыше находится огромный... Даже на меня. Он благо заслуживает представителю всего человечества. Nexus надзора. Похоже, они мобилизуются. Началось. Отсюда видно ворота. Я покажу, когда спустимся вниз. Нужно попасть в то здание, чтобы открыть ворота. Устройство подавления будет подавлять всех проходящих, пока его не отключишь. Идем. Аптечку. Человек в науке, который мог бы направить сомневающихся и боящихся истину, невежество и разрушение. Не заблуждайтесь. Сперва надо... Отсюда ты даже не постараешься. Нужно отключить ее изнутри. Вы вергли человечество в пучину падения. Даже если вы сдадитесь сейчас, я не могу гарантировать, что покровители пощадят вас. Теперь, боюсь, они начали смотреть с подозрением даже на меня. Вот плата за службу приходит. Не обманывайте доверие, которое... Это подойдет. Внимание лично вам, доктор Фримен. Да, я говорю с вами. Руки, который мог бы направить сомневающихся и боящихся к истине, предпочел для себя путь невежества и разрушения.
Прости. Ты в костюме, ты с ними разбирайся, а я к панели безопасности. Наверху! Извините, док, а? Отлично, я открою. Они появятся с крыши. Чтобы пробраться через защитные поля, нужно вырубать генераторы по одному. Присоединиться к вам, доктор Фриман. Потрясающе. Извини, док. Осталось два генератора. Черт! На крыше засел надзор, а нам как раз туда и надо. Трави на них прыгунов. Гордон, расставь ловушки. Это для меня.
меня, и это для меня. Наконец. Остался последний. Охраны. Там явно есть что-то интересненькое. Давай, док, я жду здесь, пока ты его не отключишь. Будь осторожен. Трупы. Вот и наши ворота. Сейчас открою. Готово. Я встану здесь и попридержу эти ворота, сколько потребуется. Иди наверх и наведи мост.
Нужно, чтобы поддержка могла подойти со всех направлений. Если появятся новые люди, я отправлюсь к тебе. Увидимся позже, Гордон. Гордон, один, два, один.